американская внешняя политика, она основана на одном. Врагов не надо уничтожать, врагов надо ослаблять. Причем ослаблять нужно не только врагов, а всех, включая союзников. Но врагов в особенности ослаблять никогда не что-то плохое начинать делать, а просто превентивно. Просто чтобы они не стали сильными. А для того, чтобы ослаблять, не надо убивать, надо ранить. И поэтому, когда ты видишь, что нанесли слабый укольчик, думаешь, зачем это? Твое удивление, оно только в рамках нашего подхода, что врагов убивают. А в концепции, что врагов ранят, чтобы там из нескольких... Понятно, совершенно логично. Даже не обязательно, чтобы он кровью истек, просто чтобы он нервничать начал, например.